Сполучені Штати нададуть Україні ракети та інше озброєння для винищувачів F-16, Перші з яких партнери мають передати Україні цього літа, час наші парні. при поддержке артиллерии завязался очень серьезный бой в городе, потому что противник непосредственно там заливался бетоном, готовил фортификационные сооружения. И сейчас, в принципе, там ситуация не, не, не такая простая. Неназванный высокопосадовый из Соединенных Штатов рассказал издании Wall Street Journal, что, несмотря на ограниченные запасы Пентагону, Вашингтон решил передать Украине боеприпасы класса повітря земля комплекты точного наведения для бомб и современные ракеты класса повітря повітря в кількості Достатні для задоволення найнагальніших потреб України. Також європейські країни можуть виділити кошти для того, аби купити в Сполучених Штатах додаткове озброєння для ф 16 для подальшого передання Україні. А тим часом українські збройні сили, не чекаючи появи в небі Ф-16, завдають потужних ударів авіабомбами джам. Зокрема, пілоти винищувачів Міг 29 40-ї бригади тактичної авіації, вдарили авіабомбою «Джам» По российскому командному пункту до станции управления БПЛА у Херсонской области. Цей неимоверный сильный выбух вы ви бачите на видео. Что-то как-то все очень сильно разоткровенничались. Эрдоган, руководитель Турецкой Республики, публично заявил, что в случае чего зайдет в Израиль. А... Венгры и наши польские друзья и соседи, венгры тоже соседи, нет, в политическом плане не друзья, побили горшки друг с другом и нужно отдать должное официальной Варшаве, они предложили официальному Будапешту решить все проблемы путем выхода из Европейского союза и НАТО. Это а как-то действительно странно получается. Они там сидят, срут всем на голову, извините за простоту, но почему-то выходить не спешат. Может быть, Путин не велит? Нет, скорее всего, просто местный народ тогда Орбана разорвет как тузик тряпку. Но есть еще одно место, где очень-очень сильно разоткровенничались. И это непосредственно касается ведения боевых действий. То есть непосредственно касается российского вторжения в Украину. И да, Принят в Госдуме закон, который запрещает российскому солдату иметь мобильный телефон. Но не только. И в рамках обсуждения этого закона м, начали всплывать шокирующие факты о российской армии. Напомню. Данными законопроектами предусматривается наделение командиров воинских частей и руководителей органов военной полиции полномочиями по применению к солдатам, матросам, старшинам, сержантам, прапорщикам и мичманам, выполняющим боевые задачи дисциплинарного ареста во внесудебном порядке за грубые дисциплинарные проступки, которые эти в совершили в период специальной военной операции, а также Законопроектами устанавливаются дополнительные особенности применения такого вида дисциплинарного взыскания. В, том... В новых подходах Путина к своим солдатам важно именно вот это. Значит, запрет на использование мобильных телефонов российским солдатам – это на постепенная часть, потому что э, наказать можно не только за наличие мобильного телефона. Командир сам будет решать, кто тут виновен, а кто нет. И это прекрасно, потому что мы видим новые подходы российской армии, как им аккумулировать этот людской ресурс без проведения мобилизации. Значит, Все это значит, вроде как представляют в Госдуме депутаты со звездами, и топят за эту на законодательную норму откровенно и очень ярко, но они же только исполнители. Они выполняют приказ. Приказ кого? Владимира Путина. Ну, то есть структурно это выглядит таким образом, что вот белоусову очень не нравится, когда с линии фронта присылают ему прекрасные видосики, которые мы потом все с удовольствием смотрим, когда российские солдаты показывают, как они пьют воду из луж, что там стреляют друг в друг друга, ну и демонстрируют трупы российских солдат своих товарищей. Хорошее видео, кстати, и мы бы их тут тоже показывали, но YouTube этого не любит, поэтому мы будем говорить о политических последствиях а, происходящего. Так вот теперь все а, Белоусов окончательно а, стал похож на тувинского дегенерата. З патриотическая общественность спустила всех своих собак на, а, на российских военных, но российским военным по боку. В Госдуме начали четко а, описывать, кем являются российские солдаты на территории Украины. Это важно. Потому что данный законопроект определяет полномочия именно в условиях специальной военной операции. И вот это вот словоблудие абсолютно не нужно, потому что, коллеги, те, кто поддерживает и голосует за этот закон, те голосуют за порядок, за дисциплину. Вам командиры в пояс поклонятся за то, что мы его примем. А те, кто не поддерживает и голосует против, они голосуют за пьяниц, за нарушителей, за самовольщиков, за прочих беспредельчиков. Голосуйте дальше. Как вам такое описание российских солдат, российской армии с точки зрения российского закона? Это не что иное, как дискредитация армии Путина, армии Российской Федерации. Но в данном случае генерал-полковника Картополова на гауптвахту не отправят. Его задача сделать так, чтобы Деньги, которые Путин тратит на войну и завлечение российских временно живых мужчин на военную службу, ну вот эти вот 1,9 миллиона, чтобы они были израсходованы правильно, чтобы он до последней капли своей крови отработал. То есть, по сути, мы видим, как сейчас они... Но меняют правила, меняют расклад. Раз ты Путину продал жизнь свою, значит она тебе не принадлежит. И поэтому есть вот эта вот норма, несудебное наказание от командира части. Здорово! С чем и с кем мы имеем дело? Они умеют называть там вещи своими именами. Редко, но тем не менее. А что важно? Эта тема с изменением российского законодательства и с возможностью законодательно отправлять российского солдата на яму, она почему-то не освещается в российских эфирах. Вы не знаете почему? Я знаю. Потому что а, тут сказано, кем являются российские военнослужащие. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И давайте-ка посмотрим, как эту, ну, такую дискуссионную, революционную поправку обсуждают в Госдуме.